Друзья, что вас мотивирует в этой жизни? Я мама в декрете уже в третий раз, и два моих предыдущих декрета прошли просто воспитание детей, игры в игрушки, ну, в общем, обычный день сурка. Каждый день повторялся. И полгода назад я пришла в такую крутую бизнес-систему, как бизнес-система «Парус». Разобралась в системе и начала действовать. И, конечно же, без мотивации, ну, наверное, ничего не бывает. Но если есть у кого дети, то никому никакого там мотивации не понадобится. Но, идя в проект, может опуститься руки, может появиться какая-то неуверенность в компании. И вы просто посмотрите на своих близких родственников, посмотрите на своих детей, посмотрите на своих родителей. Если у вас нет какой-то мечты, то посмотрите и спросите у своих детей, о чем мечтают они, о чем мечтают ваши родители. Были ли ваши дети в этом году на море? Когда последний раз мама с папой были на море? Когда вы вообще просто отдыхали вместе с семьей? Я думаю, это очень мотивирует. И прекращайте уже выполнять правила 3Т. Телевизор, тахта, тапочки. Смените свой образ жизни.